Я всегда себя чувствую, конечно, чудовищем, когда я умерщвляю мечты и радости человеческие. Вот. Но зачастую факт-карты – это вот как раз тот инструмент из немногих, который позволяет именно это сделать. Потому что себе иногда сложно признаться в том, в какую ахинею ты веришь. На какой бред ты надеешься? То есть, насколько абсурдно твои мольбы? Если вы застреваете в отношениях, в любовной привязанности, если вы оказываетесь в ситуации, когда эти отношения для вас разрушительны, нужно впустить себя в свои собственные эти фантазии. Но если вы делаете факт-карту и задаете себе честные вопросы, о чем я могу мечтать, на что я могу надеяться. И если вы расписываете вот то, что является вашей действительной надеждой, вы смотрите на это, и вы осознаете этот блеф. Вот. Потому что все, что вы знаете про человека, можете в качестве поминальной доски выписать его действительные характеристики, с которыми вы встречаетесь, с его поведением там, и так далее, и сравнить свои фантазии с этой своей мечтой, с тем, на что вы продолжаете надеяться вопреки сознанию, то факт-карта позволяет как бы увидеть, оплакать, вот, понять собственную глупость, вот, признать собственную глупость и освободиться. Иногда это очень-очень важно. Мое отношение к факт-картам сильно изменилось. Я увидела наглядно, что на бумаге мысли структурируются и появляется совсем другая картина. То есть в голове изображение не такое и не так очевидно это все. Майндмэп — это просто какая-то последовательность шагов, и они составляют некий путь из того, что уже есть. А факт-карта — это совсем другое. Она вырисовывает другую картинку, и рождается изображение более наглядное, которое необходимо для принятия решения. Мне кажется, я его уже приняла. Возможно, раньше вы так об этом не думали, но область романтических отношений – это такое место в нашей жизни, где мы больше всего страдаем и больше всего боли чувствуем от неэффективности наших собственных решений. Именно поэтому мы создали курс «Построй здоровые отношения с помощью факт-карт», где с Андреем Курпатовым вы сможете разобраться с самым волнующим для вас вопросом в этой сфере. Как вернуть страсть и близость с партнером, с которым вы вместе уже долгое время? Как решать конфликты и снова почувствовать взаимопонимание? Как найти человека, с которым вы по-настоящему будете счастливы? Всего 2,5 недели, 5 занятий. Стартуем 14 ноября. Не пропустите, это действительно важно.